еще одна такая атака, и нас сомнут. Таир, тебе с медведем придется скакать на станцию. Бабоньки, где тут у вас штаб? Там, с вагонами. Эй, парень, где тут штаб? Мы с передовой, товарищ. А что, ядрёно вошь, похоже, что моя теща с блинов. Ну как там, на передовой? А ты бы винтовку взял, да к нам в окопы. Тогда бы спрашивать не пришлось. Вон вас сколько тут, словно мухи на мед слетелись. Я ведь не из простого любопытства спрашиваю, как там на передовой. Хлеб белым нельзя отдать. А штаб вон он. Кавалерия противника за 18-ю высоту. Тут наши. Товарищ командующий первой армии, разрешите? К ним. Первый пулемет не может. Товарищ командующий первой армии, разрешите? Да, алло, Казань! Казань, вы слышите меня? Казань! 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 Казань на проводе! Алло, алло, Казань! Штаб Восточного фронта! Где главком Муравьев? Где? На фронте? А кто знает? Где обещанный Курский? Да, 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 Курский бронедивизион. Алло, ничего не слышно. Товарищ командующий первой армии, разрешите доложить? Застегнитесь по форме. Так ведь вторую неделю в окопах. Но вы же командир регулярной Красной армии, а не партизанского отряда. Не забывайте, что сейчас на календаре июль 18-го. Доложите обстановку. По карте. Товарищ командир, я не командир. Меня солдат выбрали. Я кузнец, могу лошадей ковать. Я ведь тоже не был командующим армией. Ротой командовал. Доложите обстановку. Давай. Товарищ командир, я по этой не понимаю карте. Я лучше по своей. Ну-ка, ну-ка. Вот это что? Это старые окопы. Здесь полк Белой конницы. Это новые окопы. А это бугор. Простите, высотка. А наша станция где? Станции нет. Бумажка маленькая, не уместилась. Надо же, и масштаб соблюден. А где ваши пулеметы? Вот здесь и здесь. Только они почти без патронов. Хотелось бы мне взглянуть на лица белых в штабе.
Если бы они захватили эту карту. Я бы тоже хотел взглянуть на их лица. Думаю, что в этой ситуации они бы выглядели не очень умно. Если простой кузнец так грамотно и толково выбрал оборонительные позиции и отбивал атаку за атакой. Председатель Симбирского губернского комитета Российской коммунистической партии большевиков Иосиф Михайлович Варейкис. Ну что? Кто здесь главный? Главного нам! Мы паровоз не отдадим! Главный! Какой закон паровоз отнимать? Никакого закона не отдадим. Он в Симбирской губернии главный. Кто? Главнее его нет. У вас есть дети? У вас есть? А как же? Двое. Кормили вы их сегодня? Кормили вы сегодня детей, я спрашиваю? Да ну что, они хуже других? Лучше! В тысячу раз лучше других, черт возьми! В Питере позавчера и вчера хлеба не давали вовсе, понимаете? Не давали вовсе! Его там нет! Где мой портфель? Отдайте мой портфель! Кто взял портфель? У кого портфель? Говори! Вот здесь телеграммы. Каждодневно, десятками. И только хлеб, хлеб и хлеб. Я прочту вам одну телеграмму. Ради Бога! Принимайте самые энергичные революционные меры для посылки хлеба. Хлеба и хлеба. Провожайте поезда. Извещать ежедневно ради Бога. Ульянов, Ленин. Если продержимся до утра на этой станции, будут вам эшелоны. А ваш паровоз повезет хлеб. А сам-то ты тоже с этим паровозом уедешь? Да. Да нет, товарищи дамы. Я остаюсь с вами. Только отдайте товарищу Потапову его пушку. Ох, бабоньки, не завидую я вашим мужикам. А сам женатый? Рано мне еще. Женя, от нас по Волге никто еще холостым не уезжал. Thank you.
товарищ командующий. Совершенно невозможно так стеснять мою самостоятельность. Вы лично управляете каждой отдельной группой и отрядом. И даже не сообщаете штабу моей армии. Вашей армии? Штабу первой армии. Армия должна получать задачи и директивы самого общего характера. Давайте нам задачи, они будут исполнены. Но не давайте рецептов. Вы командуете за меня и даже за моих начальников дивизий. Неужели весь опыт всемирной военной истории недостаточно показал пагубность этой линии? Какой опыт? Что, и царская армия тоже? И царская армия тоже. Вы требуете наступать, но Курскому броневому дивизиону не дали двигаться. И наступать пришлось жидкими пехотными частями. Голубчик, мне часто приходится выступать и в роли командиров батальонов. А что поделаешь, если нет опытного командного состава? Мне было бы гораздо легче, Тухачевский, если бы за всех вас не приходилось работать. Все требуют подкреплений, всем нужен броневой дивизион. А мне, голубчик, прикажете остаться без стратегических резервов? Пора, дорогой, осознать, что вы командуете уже не ротой. Не ротой царской гвардии, а революционной армии. Надо пошире смотреть на карту этой кампании. Личная храбрость и умение наэлектризовать бойцов и поднять их боевой дух до высших высот, где самопожертвование во имя идеалов революции есть норма. Вот главные качества полководца гражданской войны. А вы, голубчик, правоакадемик. Этого нет в уставе, того нет в уставе. Революция это, если хотите, противоуставная штука. Ох, как трудно поднять массы до высшего революционного накала, чтобы они сметали все. Так. Это поезд главкома. Что здесь делаете? Сижу. Я Банников, начальник личной охраны главкома. Я тоже вроде того. Из сибирского ВЧК. А, вон оно что. А ну-ка. Так. Корней Семенович? Корней Семенович! Давно из Москвы-то? На месяца три уже. Ну, как там? Голодно. Разлюляй, малина, черт побери, так могу сказать. Эх, голодно. Черт возьми, там. Да, ну так а что же мы стоим-то здесь? Может, пойдем ко мне в вагон? Это ж надо такая встреча. Это ж просто... Ну? А ниточка с иголочкой будут? Да будут, все будет. Пойдем. Санек! Я... Подержи-ка. Вот, кажется, и все. У меня к вам вопрос. Я полагаю, вам следует лучше поговорить с моими комиссарами. Но их сейчас здесь нет, они в Казани. Надо сказать, что помощи от них я не вижу. Нет, не вижу. У меня лично к вам вопрос. Прочтите, коллегам. Это касается нас всех. Разбитые банды, восставших против советской власти левых эсеров, разбегаются по окрестностям. Убегают вожди всей этой авантюры. Принять все меры к поимке и задержанию дерзнувших воевать против советской власти. Задерживать все автомобили и держать до тройной проверки. Вот до чего доводят революцию фракционные склоки. Срочно телеграфировать. Открытым текстом по всему фронту и в Москву. Всем приказываю
начиная от командиров и кончая рядовыми солдатами-революционерами, независимо от политических убеждений, продолжать беспощадную борьбу с белыми интервентами, не обращая внимания на события 6 июля, которые произошли в Москве. Бороться, нет, закреплять власть Советов и тем исполнить свой революционный долг перед рабочим и крестьянским правительством, которое возложило на всех нас ответственную задачу окончательно восстановить торжество революции советской власти и раз и навсегда покончить со всеми авантюристическими выступлениями, которые заранее обречены на гибель и будут беспощадно уничтожаться. Все. Подпись. Я, кажется, сказал, что комиссары мои находятся в штабе фронта, в Казани. Я вас понял. Но почему некоторые части неделями не выходят из боя, измотаны до предела, а другие нагуливают жир в тулу? Факты. Извольте. Боевая дружина социалистов-революционеров. Ни часа не была на фронте. Сидит у нас в Симбирске. Часть разлагается, многие пьянствуют. Известны случаи грабежей. Здесь уже упоминался Курский бронедивизион. Нам пришлось арестовать грабителей из этого дивизиона. Жалование бойцам систематически задерживается. Да, безобразия и анархии у нас хватает. Но я лично далек от мелких фракционных симпатий. Знаете, когда я был в Симбирске, я отказался встретиться с большевиками, но я также отказался встретиться с левыми социалистами-революционерами. Я солдат. Даю вам слово, я проверю. Как вас, Иосиф? Михайлович. Иосиф Михайлович. Несправедливости исправим. Гагаличидзе, сообщите в Симбирск, что арестовали отряд анархистов за самовольный уход с фронта. Исполняйте. Есть. Что касается жалования. Тут жду помощи от вас. Нажмите на Москву. Они задерживают. Кстати, товарищ Тухачевский, говорят, вы мобилизовали бывших царских офицеров. Это, знаете, смелый шаг, но это акт политики. Вы убеждены, что в Москве согласятся на это? Я имею указание на этот счет. Позвольте полюбопытствовать, от кого именно исходит такое указание? От товарища Ульянова Ленина. Вы лично знакомы? Да, Владимир Ильич беседовал со мной о реорганизации Красной Армии. Тогда прекрасно. В добрый час. А у вас ко мне больше нет вопросов? Пока нет. Пропустить. Как здоровье, Михаил Артемович? Благодарствую. Но не думаю, что вы предприняли столь тяжелое и опасное путешествие, чтобы выяснить, как я себя чувствую. Именно за этим. Ваше здоровье интересует многих, и не только в Москве. Пусть лучше заботится о своем. Да, вы правы. Вам, вероятно, уже известно, что восстание левых эсеров в Москве потерпело поражение. Наслышан. Наслышан, но я солдат. И не участвую во фракционных склоках. Вы для меня загадка, Михаил Артемович. Каждый человек загадка.
Вот вы, кого вы все-таки представляете, Шитов? Либеральную интеллигенцию. Вас это устраивает? Русскую? Русскую. Только русскую. Михаил Артемович, вероятно, вас это заинтересует. Арестованные в Москве левые социалисты-революционеры на допросах, конечно, покажут, что они рассчитывали на вас. На командующего Восточным фронтом Муравьева. Ваш штаб в Казань, комиссаром. Пошла телеграмма, чтобы с левого социалиста-революционера Муравьева глаз не спускали. Бывшего. Я совершенно официально вышел из партии, и это запротоколировано. Все человечество жаждет мира. Но как мы в России можем допустить мир, который является продажным? Брестский мир унизителен. Он нарушает государственные интересы нашей Родины. Ах, дорогой Михаил Артемович, как сейчас России нужна сильная личность. Идет война. А война требует концентрации власти в руках военного человека. Кто это будет, я не знаю. Но так всегда было в истории. Ах, дорогой Михаил Артемович, Бонапарт мог и опоздать на Аркольский мост, но тогда историки изучали бы деяния другого. Не личной славы я жду. А лишь величие революции России этим и живу. Срочно возвращаемся в штаб фронта. В 20:30 с уфимским полком отплываем в Симбирск. В низах очень много способных начальников. Да они есть всюду. Не надо только бояться давать им быстрое и свободное продвижение вперед. Я все перепечатала, Сергей Михайлович. Спасибо, Анна Михайловна. Не посидите с нами за чаем. Спасибо. А что случилось? День рождения, праздник, юбилей. Да нет. Кажется, нет. А разве нельзя и в будни почаевать? Ну, в будни я от вас, кроме спасибо, здравствуйте, до свидания, ничего не слышала. И это за целых полтора месяца. Ну, в этом виноват мой характер. Я не разговорчив. Напротив, я слышала ваше выступление. Вы иногда в запале говорите на каком-то языке. И это впечатляет. Вы поляк. Почему вы так думаете? Мне кажется, вы с нашим шофером Яныком говорите по-польски. Тухачевский говорит на французском, значит, он француз. А тогда почему вас зовут Иосифом? Ну, во-первых, я не Иосиф, а Юзас. А во-вторых, я литовец. Вот видите, выяснилось, что вы даже не Иосиф. А вы попробуйте-ка выговорить Йозас. Йозас? Нет, не Йозас, а Йозас. Йозас? Да нет, не У, не О, а У, О. Йозас. Йозас. Вот так я и стал Иосифом. Мальчика меня родители увезли в Подольск. 4 класса образования ремесленного училища, слесарь-инструментальщик. Ну вот и познакомились. Представляете, я каждый день печатаю по несколько статей нашего слесаря-инструментальщика. Очень приятно было с вами познакомиться. Анна Михайловна Колесникова, выпускница Симбирской женской гимназии. Служащая. Сочувствующая Российской социал-демократической рабочей партии. В дальнейшем можете звать меня просто Анной. Иосиф Михайлович.
Я к вам насчет лошадей. Простите, что побеспокоил по пустякам. Ну, это не пустяк. Губком уже вынес свое решение по этому поводу. Да, кстати, политически очень важно, чтобы мобилизация лошадей для армии носила только характер закупок. Вот смотрите, за лошадь годную для артиллерии 450 рублей, за кавалерию 350 рублей и за обозную до 270. Дороговато, но иначе ничего не получится. Чаю хотите? Нет, спасибо. Итак, мы говорили... Мы ни о чем не говорили. Мы только знакомились. Мне очень приятно было с вами познакомиться. В дальнейшем, если нет возражений, можете называть меня Михаилом, а то и проще Мишей. Хорошо. Или Тукой. А почему Тукой? В офицерском лагере военнопленных Германии никто из французов не мог так длинно выговорить. Тухачевский. И говорили Людус Тука, что в переводе значит кроткий Тука. Для них я был кротким, наверное, от того, что в лагере был отчаянный офицер, Деголь. Кроткий Тука бежал из плена 5 раз. Расскажите. Примерно через месяц после моего побега в одной из швейцарских газет было напечатано, что на берегу Женевского озера обнаружен труп русского, погибшего, по-видимому, от истощения. Почему-то все решили, что это именно я. В лагере состоялась панихида. Из-за отсутствия русского попа ее отслужил французский кюре. Вам суждено жить до 100 лет. Командующий Симбирской группой войск Иванов. Командир Курского броневого дивизиона Беретти. Мой комиссар Кайнов. Почему ваш бронедивизион еще здесь? Вы должны были еще вчера поступить в распоряжение Первой армии. Нам приказано оставаться тут, в Симбирске. Кто приказал? Командующий фронтом Муравьев. Нам необходимо готовить встречу главкому. Разрешите не терять время? Не теряйте. Опаздывать на встречу с командующим никак не положено. Товарищ Тухачевский, машина еще долго может Ваньку валять, но на встречу вы прибудете вовремя. Дадите мне коня, а в другой раз организуйте мне, пожалуйста, карету. Йозеф Михайлович! Как? Как вы сказали? Я сказала Йозеф Михайлович. А разве не правильно? Да нет, все правильно, только как-то непривычно. Йозеф Михайлович, опять звонили с пристани от главкома Муравьева и требуют всех вас незамедлительно прибыть туда. Не надо объяснять, я все понимаю. Вот, кстати. Здравствуйте. По этим вопросам вам следует обращаться к председателю губисполкома. Я очень уважаю товарища Гимова, но председатель губисполкома товарищ Гимов Не художник, а ученик Поленова. Да перестаньте, Кадзиевский. Я слесарь-инструментальщик, и если я брал уроки у Поленова, это не значит, вот что видите, я... Вот видите, и не оценить мой проект вам уж грешно. Я одел Маркса в тогу. Античность, да. Вы понимаете, античность соприкоснулась с гениальной классовой теорией. Мне это не нравится, очень не нравится. Какие-то ставят пулеметы. Везде пьяные матросы. Я подхожу и спрашиваю, кто откуда, какой отряд. А он посылает мне к черту и к матери. Спокойно, Тиля. Я понимаю, революция революции, но порядок, порядок должен быть.
Товарищ Тухачевский, разрешите вам представить ближайших соратников Михаила Артемовича, начальник штаба. Резванов Николай Михайлович. Добрый день. Начальник оперативного управления. Гольман, мы встречались. Да, помню. Начальник службы связи. Добрый день. Начальник контрразведки Лоев. Михаил Николаевич. Наш Фин Иванов. Пожалуйста, прошу. Я рад приветствовать вас, дорогой Михаил Николаевич, в этот исторический для нашей революции день. Мне доложили, что вы прибудете вместе с губернскими и городскими властями. Они приедут с минуты на минуту. Прошу всех к столу. Разрешите сначала доложить положение дел? Повремените с докладом. После стольких месяцев бродячей военной жизни при виде хорошо сервированного стола даже беззастенчивый циник впадает в мечтательность, особенно в предвкушении выпивки. Не уснули там, что ли? Попробуйте как-нибудь их разбудить. Иосиф Михайлович, все телефоны почему-то молчат. Не сочтите за труд. Сходите, пожалуйста, на станцию. Выясните, что у них там за спящее царство. Куда? Назад. Я председатель губернского комитета коммунистической партии. Выпущать никого не велено. Пущать можем. Да вы понимаете, что вы... Мил человек. Человек я махонький. Есть приказ. Пущать можно, выпущать нельзя никого. Понятно? Давай, давай, вали. Давай, 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 давай. Пошел. Давай. Ура! Ура! Ура!
священное знамя нашей революции! Ура! Солдаты! Славные солдаты революционной России! Я призываю всех своих друзей и героев наших славных походов на Украине и юге России под свои знамена для последней борьбы с авангардом мирового империализма германцами! Ура! Ура! И все же, как по написанному, орел. Так ошибся, малыш, не с германцами, а с белочехами, орел. Да здравствует всеобщее восстание! Ура! Ура! Ярославль, Кострома, вот, теперь у нас. Взгляните, кто это в штатском? Кто справа? А вот, который как бы в стороне. Ну-ка. Похож, из цикалевых эсеров. Шитов. Такие у нас с вами карты. Тузов нет. А может, и вся наша фракция уже арестована. Саш, дай закурить. Да вы же не курите. Да вот захотел что-то. Солдаты, мне люба простая солдатская душа. Я приказал привезти сюда спиртика, потому что солдат без водки, что рыбак без лодки. Да здравствует наш главком! Ура! Так значит, не немцы разорвали мирный договор. Это вы. Вы собираетесь уничтожить то, что с таким терпением и даже унижением было создано. Вы задумали задушить республику еще в колыбели. Поймите, Муравьев, мир нужен с немцами, чтобы Россия отдохнула. Чтобы, наконец, осуществить социальные реформы. Это предательство. Имейте в виду, Михаил Николаевич, я рассматриваю свою деятельность как борьбу против ошибочной линии Совета народных комиссаров и ни в коем случае не как борьбу против большевиков. Поэтому в моей армии я предлагаю вам, большевику Тухачевскому, ответственный пост. Мой ответ вам давно ясен. А я, Михаил Николаевич, рассчитывал, честно говоря, на вас. Мы, патриоты России и революции, должны принять безотлагательные решения. Я его принял. Запрячьте его поглубже. Понял. Все будет сделано. Ничего вы не поняли. Сергей Николаевич. Да-да. Голубчик, отправьте его со всеми почестями. Провезите по городу. И пусть все видят, что командарм Тухачевский возвращается в свои войска. И сильнейшая охрана.
Ясно? Ясно. А потом... Нет! Ни в коем случае. Сергей Николаевич, голубчик, учтите, что большевики станут его искать и весьма упорно. Никто не должен знать, где он. А вы умница. Тухачевскому показали, что армия за вас, а армия что с вами. Умница. Ну, а Михаил Артемьевич, почему бы вам все-таки не присоединиться к левым эсерам? Я сам по себе. Да ведь приплывете все равно, не к левому берегу, так к правому. Это неизбежно. Левый берег приплывет ко мне. Я буду диктовать условия навигации. Вот это неизбежно. Я считаю, и так всегда наша партия поступала в подобных ситуациях. Надо нам всем уходить в подполье. Я за. Я тоже за. Я против. Так может, нам в честь Муравьева красные флаги вывесить? Бросьте шутки. Подполье необходимо готовить. Ну, ты местный, товарищ Гимов. Тебе это легче сделать. Но погодите. Ну, что получается? Пока мы здесь здравствуем, это же на руку Муравьеву. К сожалению, так. А что вы предлагаете? А навязать бой Муравьеву. Полчаса-час мы продержимся. Дальше что? Дальше они увидят, что мы... Что увидят? Что местная советская власть напала на главнокомандующего Восточным фронтом, а он ее раздавил. Это мы, большевики, понимаем, что это мятеж. А как относятся к этому левые эсеры? Нет, нам нужно как-то изнутри обезвредить армию. Раскрыть глаза людям, объяснить, что происходит, а потом уже поднимать шум, как вы предлагаете. И все-таки я за подполье. Да я тоже за, черт возьми. Но это длинный путь, верный, но длинный. Мы покидаем здание, советской власти не существует. Она испарилась. Да не испарилась она, как вы выражаетесь. А существует и действует подполье. Покинуть здание это равносильно тому, что оставить город мятежникам. Хоть кто-нибудь из нас, или вы, как председатель губисполкома, или я, должны быть здесь. Ставлю на голосование. О стратегии договорились, теперь вопрос тактики. Корней Семенович, нужно, как вы и предлагали, вывесить на совдепе красные флаги, как на празднике. Ну, знаете. Красные флаги не дадут и не позволят им пойти на штурм совдепа. Разгромить совдеп — это показать всем, что они против революции и советской власти. И до наступления темноты они на это точно не пойдут. В этом есть резон. Муравьев и Стухачевским как играет. Я думаю, вам легче будет выскользнуть из здания. Нужно во что бы то ни стало разыскать командира Мариуса. Вашего земляка? Да. И передать ему вот эту записку. Кто может точно определить масштаб мятежа? Ну, пока это трудно. Связи со штабом Восточного фронта в Казани нет, с Москвой тем более. Почта, телеграф, телефон захвачены. Да. Муравьев прибыл в Симбирск с уфимским полком, это более 1000 человек. И курский бронедивизион в его руках. Большинство коммунистов города на фронте. В Симбирске только московский пулеметный отряд, интернациональная часть. Вильнява. Что, что? Чертовщина, говорю. И все-таки повторяю. Первое. Надо сообщить армии, что Тухачевский арестован Муравьевым. Неизвестно, жив ли. Ответственнейшая задача. Любыми путями сделать это. Любыми. И второе. Нужно связаться с партийными ячейками фабрик, заводов, железнодорожных мастерских и пристани. Нужно объяснить им суть заговора. Она предельно ясна. Муравьев
прекращая гражданскую войну и заключая мир с Белочехом, расторгает Брестский мир с Германией, открывает немцам путь на Москву и Петроград. Йосиф, все это у тебя очень хорошо написано в листовках. А как же мы сейчас выберемся из совдепа? Аннушку я вывел и вас выведу. Есть тут через подвал лазейка в церковь, что во дворе. А если Муравьев нападет на совдеп? Тогда вам придется избрать другого председателя губкома. Ну нет, мы уж постараемся довести дело до конца с прежним председателем. Спасибо, Карен Семенович. Михаил Артемович, художник. Посмотрите, что это? Я вас спрашиваю, что это? Деньги. Нет, уважаемые, это не деньги, это мусор. А нужны деньги. Вас неправильно информировали. Откуда у меня могут быть деньги? Я не помню, когда делал какой-либо заказ. В губернии действительно есть люди, у которых есть деньги. Но вы художник. Где ваша фантазия? Вы можете нарисовать? Да, я художник. У меня есть фантазия. Но я, простите, честный художник, а не фальшивомонетчик. Ну ладно. Все это было шуткой. А на самом деле вот что. Создается независимая социалистическая Поволжская республика. И как каждому государству нужны собственные деньги для того, чтобы проводить независимую экономическую политику. Карен Семенович, а знаете, что нам надо? Нам надо арестовать Муравьева и под трибунал. Ну и сон тебе приснился. А я вот лежу, лежу и думаю, это единственный правильный выход. Иначе мы справиться с Муравьевым не сможем. Выпишу я сейчас ордер на арест, а кто арестовывать будет? Ты один пойдешь? Или мне это как ЧК поручается? Вот вы все шутите, а я серьезно. Муравьев нам устроил мышеловку. Вошел в совдеп, хлоп, и дверца закрылась. Ну, куда могут идти большевики, сочувствующие все, кто за советскую власть? В совдеп, губы с полком. Вот он и сгреб нас всех оптом. А сопротивляться будем, постреляет. Чё, побери. Мы же и предлагали уходить в подполье. Нет, нет. Там вопрос был принципа, есть в городе советская власть или нет ее. А сейчас, Корней Семенович, так стоит вопрос. Законная советская власть арестовывает Муравьева, как человека, поднявшего мятеж. Ну какими, какими силами мы это сделаем? Самыми минимальными. Но это уже вопрос техники. Но тот же самый принцип мышеловки. Вошел, и дверца закрылась. Ты просто фантазер. В нашем положении фантазировать просто смешно и глупо. Придет такое в голову только лежа на кушетке. Но ты высуни башку в форточку. А чего я там не видел? Лучшая дипломатия – это когда за твоей спиной штыки. И чем их больше, тем лучше. Но штыки не хотят войны. Таково реальное положение вещей. Ленин прекрасно понимает это. Я тоже за мир, но я повторяю, за мир без аннексии и контрибуции до победного конца. Мне необходимо немедленно разорвать мир с Германией.
немцы двинутся на Москву, и положение Москвы станет безвыходным. Реальных сил без Восточного фронта не существует. К тому же у меня нефть и хлеб. Я лично знаю всех в нынешнем правительстве. С первых дней октября служил им в Петрограде. Я уверен, что они сами попросят, чтобы во главе государства стал я. Сейчас, когда между эсерами и большевиками произошел раскол, именно теперь нужна третья сила. И эту ношу я беру на свои плечи. Да, беру. В этом единственное спасение российской демократии. Представляю вашу демократию, Михаил Артемьевич. Не одобряете? Но только честно. Извините, все это напоминает политическую авантюру. Левые эсеры едва ли поддержат вас. Вы говорите, как большевики. Что думает народ? Пойдут ли за нами массы? Какое настроение у крестьян? Так вот, массы сами не ходят, их надо вести. А ситуация сложилась. Я чувствую. Или сейчас сиюминутно. Или никогда. Что же вы сделаете с совдепией? Пусть пока посидят под домашним арестом. А когда создадим Поволжскую республику, совдепа распустим. Они захотят, разгоним. Такие. Интернациональный отряд, назначен менять караул. Предписание есть? Есть. Давай. Что ж ты мне суешь бумажку? Она же не по-русски написана. А вы полагаете, что главнокомандующий всеми революционными силами фронта способен изъясняться только по-русски? Приказ интернациональным частям товарищ Муравьев всегда дает на их родном языке. Где разводящий? А зачем он тебе? Темнота. А еще анархист. Сам ты темнота. А между прочим, у нас тоже есть, которые... Растолкованные. А может, я по-английски могу. Исполняйте приказ. Я спрашиваю, где разводящий? Зачем он тебе нужен? Без разводящего смены не будет. Отряд! Кругом! Шагом марш! Да что же это? Голубчик, смилуйся. Христом Богом прошу, с меня без разводящего. Цельный день без еды и питья. А? Отставить. Отставить. Ру-рум. А что, Роджер, ломбардо квита на тебе лайк, Роджер, куришь, значит, у кауня. Где ты, старики, баскетти, мой сакиму? Здравствуй. Здорово. Он показал им ломбарду и квитанцию от часов, заложенных в Каунасе, вместо предписания о смене караула. Слушай, скоро подойдут ребята из московского пулеметного и латыши. Ты знаешь их угрюмого командира Тиля? Это тот, которому все не нравится, порядка мало. Да-да, тот самый. Ну, что еще надо? Понимаешь, нужно арестовать командующего Восточным фронтом и отдать под трибунал за мятеж. Больше ничего не могли придумать. Только так. Американцы и англичане высадились в Мурманске и Архангельске. Белочехи заняли всю Сибирскую магистраль, стоят на Волге. В Рыбинске, Ярославле мятежи. Через нас в центр идут нефть и хлеб. И у нас же самые боеспособные части Красной Армии. И Муравьев. Он пока хозяин положения будет диктовать нам свои условия. Если немцы действительно разорвали Брестский мир,
то республике без армии Восточного фронта не обойтись. Точно. И в этой ситуации у него есть шанс. Крупный шанс стать диктатором. Черт знает, в какой авантюру он может еще ввязаться. Спокойно. Мои все. Че, свету нет? Тише. Так надо. Это же медведь. Наш. Да проходи. Давай, ребят, давай. Я пригласил вас, уважаемых людей губернии страны, чтобы вместе с вами сформировать независимое правительство. До выяснения исхода событий в центре и на западной границе России предлагаю образовать независимую Поволжскую республику. Ее правительство по мере присоединения других губерний и завоевания власти в Москве станет во главе всей Российской Республики. Тут сверху надо. Да. Ладно, сообразим. Правда? Какая может быть это правда? Мы все, значит, изменники советской власти, а он, видите ли, нет. Противно слушать. Фу. Давай обратно, в вагон! В вагон обратно! Проходи, парень, проходи. Вы что же, боитесь одного безоружного человека? Да не боимся мы. Только ты вот нас агитируешь за советскую власть. А мы за нее с 17-го года только и стоим. Давай, давай. Брестский мир заключило советское правительство. И разорвать этот мир никакой командующий не имеет права. Но, предположим, вы разорвали мир, и все войска развернули на Германию. Белые кадеты, монархисты тоже с вами пойдут? Или как? Но вот вы получили землю от советской власти? Ясное дело, получил. А когда вы будете воевать в Германии, здесь за вашей спиной, вашу землю белые назад возьмут или как? Аккуратнее. Не дергай. Держи. Ну, Муравьева я постараюсь посадить по правую руку. А если он не придет? А если он все-таки не придет, что тогда? Я все-таки чертовски верю, что он обязательно придет, а уйти не уйдет. Вот есть такое предчувствие. Честно говоря, не совсем приятно председательствовать за таким столом.
Ну, так ведь это на самый крайний случай. Предлагаю список членов Совета народных комиссаров республики. Председатель Совета Муравьев М.А. Верховное командование всеми объединенными силами разрешите мне также взять на себя. Естественно. Комиссар иностранных дел Якубович А.С. Поздравляю. Спасибо. Комиссар общественных работ Смирнов Волжанин К.К. Комиссар продовольствия Белешин Б.И. Поздравляю вас. Рад за вас. Литовцы редко говорим хорошие слова. Мы стесняемся их. Но сейчас мне хотелось бы сказать что-то хорошее вам и Михаилу. Жаль, неизвестно, где он, что с ним. В конце концов, не важно, что человек достиг. Главное, что он хотел достичь. Главное, желание, потенция. Вот что, Анушка, это будет моей последней просьбой. Почему вы так сказали? Разве я так сказал? Да. Вы сказали, это будет моей последней просьбой. На сегодня уже 11 часов. Вот приглашение на совместное совещание. Нужно отнести в Троицкую. Хорошо. И поезжайте на железную дорогу, на телеграф. Но я уже там была. Я вам говорила. Когда? Так поезжайте еще раз и ждите. Ждите ночь, утро. Казань или Москва объявится обязательно. Анна! Я обещал вам какие-то хорошие слова. Возьмите вместо слов. Рисовал по памяти. А глаза у нее красивее. Мне нужно это передать только лично товарищу Муравьеву. Я Муравьев. Как прекрасно, что революции служат молодые и красивые девушки. Вам знакомо содержание этого письма? Нет. Варикс приглашает меня на экстренное заседание Совдепа. Заседание – это означает переговоры. Это прекрасно. Он передал это письмо вам лично? Да. Он был взволнован, когда передавал это письмо?
Нет, как обычно. Милая девушка, когда человек принимает мудрое и правильное решение, он всегда выглядит как обычно. Когда вам будут объясняться в любви, не доверяйте взволнованным речам. Взволнованность – признак необдуманности. Спасибо за добрые вести. Этот мальчик уже избирался секретарем Донецко-Криворожского комитета партии, был заместителем наркома Донецкой республики, заместитель председателя ГУП исполкома, председателем ГУПКома партии, начитан, наверное, чистолюбив, то есть обязательно должен быть чистолюбив. Вы знаете, на груди у одного из маршалов Франции, когда он почил в бозе королем, прочитали надпись «Смерть тиранам». А здесь молодой, умный, начитанный человек. Вы думаете, что он выбирает, смерть и тлен или жизнь и славу, а другого выхода у него нет? Впрочем, мы можем ввести Варейкиса, ну, скажем, на пост комиссара труда. Это очень хорошо, что Варейкис оказался благоразумным. У нас появилась возможность демократическим путем, простым голосованием, получить всю полноту власти. Вы не знаете большевиков. Мне нужен авторитет Варейкиса. И все-таки вы их не знаете, Михаил Артемьевич. Пойдемте с нами, и вы увидите. Нет, мне лучше будет видно с галерки. А вот солдатская масса и комитет желают его послушать. Я не могу этого допустить. Давай, говори. А почему волнуетесь вы? Пока я арестован, я должен волноваться. Товарищи красноармейцы, все эти ура-революционеры говорят, что партия большевиков, пойдя на тяжелейшие условия Брестского мира, предает своих товарищей. Владимир Ильич Ленин и партия большевиков всегда говорила народу правду, как бы она ни была горька. Да, нам пришлось временно оставить большую часть Украины. Да, нам пришлось отступить. Условия мира тяжелы. Это верно. Представьте себе, что роту вашего полка внезапно окружила дивизия противника. Что делает ваш полк в этих условиях? Как вы считаете? Ну, наверное, надо отступить и занять оборону. Правильно! Полководец, не способный к маневру, не способный в критическую минуту истории к отступлению, обрекает свою армию заранее на неминуемую гибель. И не использовать эту временную передышку для укрепления советской власти, для создания могучей Красной Армии, это преступление перед нашей революцией, перед мировым революционным движением. Теперь давайте спокойно порассуждаем. Кто должен быть под арестом? Я, большевик Тухачевский, командующий первой революционной армией Восточного фронта, назначенный на этот пост советским правительством? Или эти так называемые революционеры? Постройте своих людей. Доброго здоровья. Здравствуйте, Василий Николаевич. Здравствуйте. Я что, первый? Как всегда, товарищ Абросимов. Говорят, Тухачевский арестован. В городе разные слухи идут. Да.
Здравствуйте, Корней Семенович. Петр Иванович, прошу вас сесть там. Да, но я всегда люблю сидеть на своем обычном месте здесь. Я вас очень прошу сегодня сидеть именно там. Ну, хорошо. Зачем мы будем заседать? Ничего не понимаю. В городе черти что творится. Какое же может быть заседание? Уже нас просто всех арестуют. Не может, не имеет права. Мы законная власть. Ребята, раздувай ноги. Это зачем еще? Слышь, как лестница грохает. А ну, скидывай сапоги. Хоть бы лапти прихватить, по чугуну-то пёхать, зябко будет. Заткнись разом. Товарищи депутаты, все эти вопросы вы зададите главнокомандующему Восточным фронтом. Я на них ответить не могу. Он и приглашен для того, чтобы отчитаться за свои действия. Но я думаю, мы все будем едины во взглядах. Поэтому прошу вас сесть на эту сторону. А эту сторону мы оставим соратникам Муравьева. Нет, я принципиально сяду здесь. Все. Ну что ж, воля ваша. Уже идут. Кто такой в штатском? Агитатор? Автослесарь дивизиона, товарищ Иванов. Пойдемте вместе с нами. Выступите от имени бронедивизиона. Договорились? Конечно, товарищ главнокомандующий. Ваша задача – быстро перекрыть этажи и переходы. Отвечайте головой. Вам оставаться здесь. Следуй за мной. Прошу всех оставаться на своих местах. Корпус. Прошу садиться. Пожалуйста. Не диктуйте мне. Алло, станция? Ничего, проверка связи. Начнем заседание губосполкома, несмотря на отсутствие кворума. Почему? Почему нет кворума? В городе террор. Многие члены губосполкома арестованы. Первым вопросом в повестке ваш отчет перед советской властью. Товарищи депутаты Симбирского совета. Я хочу говорить с вами как с политическими деятелями. Вы не солдаты, которых можно повести куда угодно. Мне очень нужен и дорог авторитет вашего совдепа. Руководствуясь исключительно интересами защиты нашей революции и России, я провозглашаю Поволжскую республику.
и возглавляю ее до созыва учредительного собрания, которое мы с вами и наметим. Здорово, братва. Совдеп в настоящее время является единственной законной властью, избранной народом, и не может признать никакой другой власти. Для этого есть конституционные средства. Совдеп можно распустить и переизбрать. Табачком не угостишь. Тихо. Давай. Что тебе? Почему молчишь, а? Почему молчишь? Совдеп слушает. Да, Совдеп. Вас неправильно соединили. Странно. Весьма странно. Кто хочет выступить? Можно мне? Конечно. Выступайте. Пожалуйста. Моя фамилия самая простая. Иванов. Здесь наш главнокомандующий сказал, что красноармейцы не разбираются в политике. Нет, это не так. От имени всех бойцов Курского бронедивизиона хочу заверить, что наши пулеметы направлены не против советов, а против тех, кто задумал... Это что такое? Что такое? Пока что я. Я командир дивизиона. Нет, вы не командир. Час назад бойцы избрали меня и будут слушаться моих распоряжений. Товарищи, товарищи, заседание продолжается. Прошу тишины. Тихо, товарищи. Кто хочет еще выступить? Я зачитаю декларацию Всероссийской организации анархистов. Прости, я вам не мешала, когда вы угнетенные всех стран. Рабочие, крестьяне, дети, солдаты, женщины. Свободолюбивые творцы новых ценностей, изобретатели, мыслители, поэты, все стремящиеся к свободе, справедливости и предоставлению каждому человеку наилучших условий его развития и всестороннего выявления. Все, кому тесны рамки современного строя угнетения и унижения, кому претит издевательство человека над человеком и реки крови, и стоны насилия, производимые современным государством и капиталом, чем вам шлет свой братский привет и призыв Всероссийская организация анархистов. Отряды армии Тухачевского направляются к Симбирску. Нужен Муравьев. Пошлите за ним в совдеп. Товарищи, главное, наши задачи. Организация нового безвластного общества. Помощь всем угнетенным. Это очень важно. Уходите отсюда. Хотя посмотреть. Хорошо, но вы уходите. Нет, не уйду. Немедленно уходите, я вам приказываю. Не уйду. Перехвачена телеграмма по фронту. И самарскому белогвардейскому правительству. Тухачевский на станции. Это прислал он. Стоять!
Бабушка! Долой! Принудительные группировки государства, коммуны, школы, казармы. Да здравствуют вольные, договорные отношения независимых личностей. Долой все органы власти. Прекратите болтовню! Давайте голосовать! Давайте голосовать! Какое может быть голосование, когда совдеп окружен войсками? Вы служите законному центральному правительству и должны исполнять его политику. Вы же не исполняете, а создаете свою. Это предательство! Голосовать за вашу политику, это значит предать или не предать советскую власть. Ну, хорошо. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы предать советскую власть? Прошу поднять руки. Это демагогия. Варитесь. Революцию я люблю свято. Не кривляйтесь, Муравьев. Вот телеграмма приказов о прекращении огня и войны с белочехами и вторая в Берлин о разрыве Брестского мира. Это ваши приказы, Муравьев. Наша фракция требует перерыв. Так, ну что ж. Пора кончать. Это заседание. Пожалуй, да. Именем советской власти вы арестованы. Остановитесь! Не с места вы арестованы! Назад! Прекратить стрельбу! Прекратить! Давай оружие! Оружие сдать! Выходи по одному! До свидания, товарищ. Куда же они делись? Никто не видел мои спаги. Надо же, угораздило. Да ты затягивай. Сильнее. Да не боись ты. Куда ж я дел свои сапоги? Москва. Всем. 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 Восстановление Совета народных комиссаров. Сим объявляется по всем войскам, по советам, всем гражданам Советской Республики. Всякие призывы к наступлению на немецком фронте являются провокацией. Приказ Муравьева имеет своей предательской целью открыть Петроград и Москву и всю Советскую Россию для наступления чехословаков и белогвардейцев. Измена Муравьева своевременно раскрыта революционным военным советом. Маузер, 36-44.
Наган, 2578. Какой? 2578. Наган, 2591. Совдеп слушает. Кто это? Тухачевский. Сообщение из Москвы. Бывший главнокомандующий Восточного фронта, левый эсер Муравьев, объявляется изменником и врагом революции. Каждый честный гражданин обязан застрелить его на месте. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Иосиф Михайлович! Иосиф Михайлович! Все в ажуре. Починил. Машина работает. О, холера ясно. О, холера ясно. Панове. Панове. Что ты здесь дожила? А? Что тут было? Ничего особенного. Заседание губы исполкома.